то все эти вопросы, они как раз и отражаются в той или иной мере. Поэтому вот сегодня, наверное, отделить чисто, почему я еще вспомнила об этом. Сейчас наше министерство прекрасное, которое Каменьков, которое еще, наверное, только ленивый не бросал, но тем не менее, они все-таки еще стоят на позиции профильности, непрофильности, все хотят как-то препарировать на частички всю нашу, так сказать, все области знаний, наук, образования и как-то все это, вузы тем более. Так вот я хочу сказать, что наша конференция является одним из доказательств того, что невозможно разорвать без, так сказать, без жертв каких-то, разорвать то, что является целым. А социология – это то, что объединяет действительно весь организм, весь запас духовных, физических, военных сил, поэтому мне тоже хочется присоединиться ко всем тем, кто желает успеха нашей конференции. Очень приятно видеть знакомые лица из родственных вузов, из политехнического университета. Хотел приветствовать особо там, что мы работаем вместе. И, ну, не только из большого университета, и всех тех, кто к нам приехал, уже не первый раз знакомые уже лица. Все это очень приятно. Это говорит о том, что проблемы, которые мы поднимаем, волнуют нас сегодня не меньше, чем волновали вчера. И это говорит еще и о том, что, наверное, все-таки шаг за шагом, штрих за штрихом, но что-то удается делать, потому что если бы этого ощущения эффективности какой-то не